Добрый день, меня зовут Сара. А меня зовут Грант. А мы гарвардские крокодилы и родклифские питчи. Мы с Сарой понимаем, что сегодня заключительная лекция CS50. Это был тяжелый семестр. Мы справились с заданиями 4, 5 и даже с финансами. Я знаю, что это непопулярное мнение, но мне особенно понравились финансы. Я провел много времени со своей фляжкой. Набор «П». Там был набор букв «П». Что же, по крайней мере, дела идут на лад. Сегодня наша последняя лекция. И посмотрите, как далеко мы продвинулись. Если бы я прямо сейчас была эмодзи, на моем лице были бы слезы радости. Извините за это, мы просто пытаемся включить некоторые ссылки на CS50 во вступление. Я имею в виду, мальчик, я очень надеюсь, что этот человек прилива не попадет в мой фильтр Марио. Можно и так сказать. Для цикла X равно открытой скобке 1,2 закрывающая скобка. Мальчик, я бы очень хотел, чтобы мы проверили, были ли эти шутки смешными, когда мы их писали. Любой кто угодно. Мы надеемся, что вам понравится эта краткая серенада. Что же, вы зашнуровываете свои лодочки и идете дальше, к полуразрушенной лачуге на окраине города. Там есть посадка, которая просто не остановится. Ну вот и фритюрницы. Бройлеры. И? ребрышки барбекю. Но хитрость поезда в том, что в этих ресторанах подают то, что хорошо. Вы проведете остаток своей жизни в доме голубых огней. Внизу в доме, в доме голубых огней. Что же, вы зашнуровываете ботинки и идете дальше, к полуразрушенной лачуге на окраине города. Там есть лестничная площадка, которая просто так не остановится. Вы идете до тех пор, пока не увидите, как туда падает синий свет. Вы можете прицелиться в дом, в дом голубых огней. Вы зашнуровываете ботинки и идете дальше к полуразрушенной лачуге на окраине города. Туда приходит много людей, которые просто не хотят уходить. Вы идете до тех пор, пока не увидите, как там загорается синий свет. Вы можете прицелиться в дом, в дом голубых огней. Обязательно проведите свои яркие дни в доме голубых огней. Всем добрый день. Мы — гарвардские крокодилы. И для меня такая честь быть здесь вместе с Питчами Редклифа, выступающими на заключительной лекции CS50. Поздравляю всех. И мы надеемся, что вам понравится эта наша дань уважения CS50. Один час двенадцать минут. Эй, один, два, три, четыре. это язык, который я когда-то знал. О — это обозначение оу, я должен это сделать. Ди — это динамика, запуск колбы и финансирование. И это даже больше, чем может обожать Дэвид Малан. Так что код — это все, что я могу вам дать. Он может дать вам. Код отлаживается с тех пор, как был установлен 2. Ошибки в наборе 2. Скоро крайние сроки. Я сделаю это. Нажмите скомпилировать и, пожалуйста, не нарушайте его. Код был создан но для вас. Си – это язык, который я когда-то знал. О, это обозначение О, которое я должен сделать. Ди – это динамический запуск флеск и финансирование его. И это даже больше, чем может обожать Дэвид Малан. Так что код это все, что я могу вам дать. Отладка кода здесь написано PC2. Скоро крайние сроки, я успею. Нажмите на нее, но, пожалуйста, не ломайте ее. Код был составлен мной для вас. Все это для языка. 0,1,0,0,1,0,0,0. О, это обозначение О. 0,1,0,0,1,0. Где означает динамичный? Запускайте флеск и финансируйте его. И это даже больше, чем Дэвид Малан может обожать. Так что код – это все, что я могу вам дать. Код, отлаживающий его, отправляет PC2. Скоро крайние сроки, я сделаю это. Нажмите «Скомпилировать» и, пожалуйста, не нарушайте его. Код был создан, но и для... Код был создан, но и для... Код был создан, но и для вас. Кот. Дэвидж, Малан, хорошо. Хорошо. Это CS50. И CS50, это были гарвардские крокодилы и поля Редклифа. Если мы можем еще раз поблагодарить их за то, что они присоединились к нам сегодня. Итак, это уже десятая неделя наша последняя и действительно одна из целей на сегодня, надеюсь дать вам еще больше понимания того, как далеко вы продвинулись. Вспомните, что на неделе 0 мы начали с этого визуального изображения, в котором этот класс был описан как нечто вроде пожарного шланга. При этом питье из этого пожарного шланга или действительно из пожарного шланга из фонтана с водой мало чем отличается от получения образования в будущем. Я хочу сказать, что если вы чувствуете, что не совсем все поняли, то это нормально. И этого следовало ожидать. И даже если вы чувствовали, что с каждой неделей 0 1, 2 вплоть до 10 на самом деле никогда не становилось легче. Возможно, просто подумайте о том, что когда-то было трудно как Марио и получить. Привет, мир для компиляции действительно является правильной мерой дельты между неделей 0 и сейчас на неделе 10. На самом деле вы могли бы вспомнить, что опять же на неделе 0-2 дробь, 3 ваших одноклассников никогда раньше не посещали курс CS. Теперь, конечно, вы все посещали его. И действительно, если вы вспомните это заключительное высказывание с нулевой недели, то действительно в конечном счете на этом курсе важно не то где вы окажетесь по сравнению с вашими одноклассниками а то где вы окажетесь по сравнению с тем с чего вы сами начинали так что я бы испытал некоторую гордость некоторое удовлетворение некоторое облегчение хотя на самом деле остается еще немного работы чтобы понять как далеко вы продвинулись с той недели 0 и вспомните что на нулевой неделе мы буквально начинали всего с 0 1 и к настоящему времени многие из вас возможно уже поняли что эти 6401 пишут что-то неделю за неделей на самом деле сегодня наше самое последнее сообщение здесь на сцене в двоичном кодировании но затем мы быстро внедрились к и начали собирать некоторые строительные блоки программирования, циклы, условия, циклы, условия, функции и тому подобное. Но без всех отвлекающих факторов, таких как точки с запятой и фигурные скобки. И все то, что по общему признанию мы представили на следующей неделе, когда познакомили вас с SES. Но даже сейчас, когда мы перешли на Python, надеюсь, даже такого рода курьезы или путаницы начинают становиться все более привычными. И таким образом вы наконец начинаете видеть недостающую точку с запятой в отличие от того, чтобы тратить время на такого рода борьбу. Вспомните также, что на второй неделе мы уже начали говорить о памяти и о том, как вы можете управлять вещами в массивах, которые позже стали, конечно же, в Python списками. Через неделю после этого мы говорили не только об отладке ошибок в коде, но и о том, как отлаживать те же самые программы. После этого мы начали говорить об алгоритмах, и мы сделали шаг назад от кода и рассмотрели сортировку пузырьков, сортировку выбора, сортировку слияния, а также все поисковые запросы, которые идут рука об руку с этим. И действительно, это в конечном счете то, к чему будет сводиться решение многих проблем в будущем, просто решение проблем с помощью той или иной формы алгоритма. И теперь в вашем инструментарии так много разных языков, с помощью которых можно к подобным проблемам. После этого мы поговорили об указателях, которые вряд ли вернутся ни на одном из современных языков, которые вы сейчас используете. Но надеюсь, у вас есть лучшее представление о том, что происходит внутри компьютера. Чтобы когда вы что-то проектируете, вы что-то используете, что-то выходит из строя, у вас по крайней мере была ментальная модель происходящего. И это уже не тот черный ящик недели ноль, каким он был когда-то. Я имею в виду, что вы строили такие вещи. Вспомните пятую неделю, когда вы построили свою собственную хэш-таблицу. И эти вещи есть везде, пары ключ значения, будь то в Python или в си или если это сейчас в C, JavaScript и даже HTML. Как будто этот принцип пар ключ значение действительно везде. И поэтому, конечно, теперь код не обязательно должен выглядеть так. Теперь он чудесно выглядит примерно так. Но в конце концов, вы, вероятно, не правы, я больше не собираюсь использовать Python. Появится что-то новое и лучшее. Но скорее всего многие строительные блоки, полученные за последние 11 недель, все еще будут полезны для того, чтобы охватить ваше сознание этими новыми мирами. И действительно, SQL, с которым мы вас тоже немного познакомили. И даже если вы еще не чувствуете себя экспертом, надеюсь, у вас есть представление о том, что вы можете с ним сделать и какие проблемы вы можете решить. Это, конечно, лучшая альтернатива чему-то простому вроде электронной таблицы. И теперь, конечно, веб-материалы есть везде, будь то на вашем ноутбуке или настольном компьютере, или даже во многих мобильных приложениях, которые вы используете на своем телефоне. Даже если они являются родными приложениями, например, вы устанавливаете их из Google Play или Apple App Store. Они все чаще реализуются с помощью HTML, C и JavaScript, но они помещены в маленькое прямоугольное окошко. Так что вы даже не заметите, что на самом деле это просто встроенный браузер. И тогда, конечно, вы можете создавать вещи, как это было бы для вашего окончательного проекта, который тоже вполне может быть основан на интернете, если вы пойдете по этому пути. Я имею в виду, что я все еще цепляюсь за самое первое веб-приложение Like, которое я когда-либо создавал много лет назад. Но честно говоря, я делаю это отчасти потому, что я просто чертовски горжусь тем, что я сам научился что-то делать, и это действительно сработало и использовалось другими людьми. Так что независимо от того, используете ли его вы, ваши одноклассники, ваши соседи по комнате, ваша семья или ваша компания в будущем, вы испытываете огромное чувство удовлетворения, несмотря на всю боль, которая может возникнуть на этом пути, когда вы просто не можете увидеть или исправить эту ошибку. Теперь, конечно, мы перейдем, как вы увидите в ближайшие дни, к тому, чтобы предоставить вам возможность кодировать и на стороне клиента. До сих пор вы использовали нашу собственную установку Versus Code в облаке, и это хорошо, потому что вы очень быстро запустились на первой неделе, сосредоточившись только на проблемах с кодом, а не на технических трудностях. Но среди целей сейчас, если вы так решите и захотите программировать после этого занятия, даже если вы никогда раньше не посещали другие курсы CS, вы можете использовать эти же самые стандартные инструменты реального мира де-факто на вашем собственном Mac или ПК. Здесь изображен скриншот кода лайк like versus на Mac. И хотя да, вам придется пройти еще пару обручей, чтобы просто заставить Python или какой-либо другой язык работать на вашем собственном Mac или ПК. Как будто это то, чем в конечном итоге будет программирование. И мы намеренно переводим вас на это в конце семестра. Чтобы теперь у вас было 11 недель большего комфорта за плечами, с помощью которых вы могли бы решить своего рода глупые головные боли в области технической поддержки, которые могли бы нарушить условия сделки так много недель назад. Таким образом, в ближайшие недели предстоит сделать еще многое. И действительно, структура поддержки. Поэтому хакатон CS50, конечно же, будет возможностью 7 часов ровно вечера до 7 часов ровно утра погрузиться в свой окончательный проект. Ну, действительно, продолжайте погружаться в свой окончательный проект в идеале. В этот момент вместе с одноклассниками, возможно, вашими партнерами по проекту, если вы работаете совместно. И вас будут ждать такие воспоминания и волнения, Надеюсь, как эти, даже когда вы затем вернетесь к своему окончательному проекту. Там, конечно, будет несколько приемов пищи в течение дня, кульминацией которых станет трансфер в 5 часов ровно утра до хаб. Местного блинного заведения, если вы так бодры в этот момент, или даже если вы туда доберетесь. Это нередкое зрелище, как вы возможно помните с нулевой недели. И наконец, ярмарка CS-50, которая наконец-то вернулась после того, как ее не было в кампусе уже пару лет. И это будет возможность для каждого представить свои окончательные проекты прохожим одноклассникам, преподавателям и сотрудникам. И действительно, Просто наслаждаться тем, что вы создали на своем Mac ПК телефоне, в облаке или где-либо еще. И действительно, это просто будет возможность принести свой ноутбук в общее пространство или телефон и представить свой проект прохожим, которые могут появиться, и в конечном счете отпраздновать то, чего вы все достигли. И действительно, вам вручат на ярмарке CS50 вашу собственную футболку. Я взял CS50, которую, осмелюсь сказать, я все еще ношу все эти годы спустя. И у вас тоже это будет впереди. Итак, что касается того, что стоит сегодня на повестке дня, мы подумали, что будем не только оглядываться назад, но и смотреть вперед. Но сначала мы хотели бы поблагодарить очень многих членов команды, которые помогали как на сцене, так и за ее пределами которые сделали возможным этот курс. Эти разделы и многое другое CS50. Конечно, в здании, в котором мы сейчас находимся, внизу в мемориальном зале, есть целая команда, которая помогает нам каждый день настраиваться и организовываться. Мы им благодарны. Есть команда службы поддержки образования, которая делает так, чтобы все здесь выглядело и звучало так хорошо, особенно когда у нас у всех есть еще и микрофоны. Наши друзья, совсем недавно крокодилы Гарварда и Редклифф Пичс, а затем, конечно же, собственная команда CS50. Любимый ресторан CS50 Чанг Чао, расположенный неподалеку. Действительно, если вы окажетесь в Кембридже в течение следующих 1, 2, 3, 4 лет или приедете из другого города, нанесите визит нашим друзьям прямо по дороге. И на самом деле в эту пятницу у нас будет наш самый последний обед CS50, если вы сможете принять участие на месте. А еще есть собственная команда CS50, как на сцене, так и вне ее. И я искренне вам благодарен, потому что они не только делают все так гладко, но и запечатлевают это для здешних студентов, которые, возможно, физически здесь не присутствуют. Для наших друзей в Нью-Хейвене в Еле и, конечно же, для всех онлайн, кто тоже может настроиться. И, наконец, хотел бы поблагодарить, конечно, огромную команду ваших одноклассников, ваших сверстников, которые делают CS50 возможным в секциях и в рабочее время, учебных пособиях и многом другом. Позвольте мне поделиться с вами результатами, так что даже мы, преподавательский состав, иногда испытываем трудности с информатикой. Вот некоторые из клипов, которые мы сняли, когда некоторое время назад просто передавали пакеты через ткпип. Вы видели, наконец, хорошо отполированную версию. Но вот если позволите, если мы сможем приглушить свет, некоторые из результатов. Буферизация. Хорошо, Джош, здорово. Хелен О. Пока нет, Мони, нет, о, подождите. Это было потрясающе, Джош. Но... М. Софи. Потрясающе. Это было прекрасно. Мони. Я думаю, что я... Эй, не мой. Дэвидш, Малан, Кьюэлю. Дэвидш, Малан, парень. Это было потрясающе. Спасибо вам всем. Так хорошо. Дэвидж, Малан, действительно в тот момент, если бы мы могли, просто поаплодируйте всем, кто помогал нам в этом семестре. Итак, на неделе ноль мы, конечно же, познакомили вас с идеей вычислительного мышления которая заключается в том, чтобы мыслить немного более методично, немного более алгоритмично. И с помощью этих различных языков, надеюсь, вы заметите это, может быть, не в данный момент, но в ближайшие месяцы и годы вы обнаружите, что ваши мысли действительно немного больше частоты, и вы просто сможете выражаться немного точнее и даже замечать нелогичность в чужом документе или заявлениях. Но в конце концов, на самом деле, подобный курс также посвящен критическому мышлению. И действительно, перемотайте назад еще раз к неделе 0, когда мы рассматриваем всю информатику в целом как действительно простую то и решение проблем. И любая проблема в мире, будь то CS или что-то другое, имеет какой-то вклад, и мы решили, как представить эти вклады. Для этого нужен какой-то результат, решение тоже есть. И тогда все, на чем вы сосредоточились, чему учились и применяли эти последние несколько недель, находится в этом пресловутом черном ящике, который, надеюсь, больше не является такой абстракцией, а действительно чем-то. Что вы знаете, как использовать его, и знаете, что может происходить под капотом, даже если это какая-то технология или какой-то язык, который, возможно, мы сами не рассматривали. Потому что многие из этих первых принципов остаются прежними. Сейчас по пути мы говорили о качестве решений этих проблем. Так получилось, что мы сосредоточились на корректности. Просто работает ли это? Дизайн, который немного более качественный и субъективный. А затем стиль, эстетика всего этого. И эти двое характеризуют, может быть, не этими же словами то, как вы могли бы писать или оценивать другие творения в жизни будь то физические, письменные или тому подобное. Так что подумайте тоже, решая проблемы о том, как вы можете сформулировать для себя, хорошо ли я выполняю свою работу или нет, квантовав ее по этим или, возможно, по другим осям. И мы подумали, что выделим только две темы с этой недели ноль, которые действительно проявлялись в течение последних нескольких недель. А именно абстракцию, например, брать сложные вещи и идеи и пытаться упростить их так, чтобы мы. Мы можем работать на этом уровне и решать проблемы, которые нас волнуют, не вдаваясь, так сказать, в детали реализации. Но есть это напряженность, потому что, как вы теперь знаете, судя по всем этим разным языкам, этот код довольно неумолим. Я имею в виду, что даже пропуск дурацкой точки с запятой иногда нарушает все. И поэтому точность иногда немного расходится с этой идеей использования абстракции. И поэтому мы подумали, что попробуем развеять это, особенно спустя все эти недели здесь, но с небольшой живой демонстрацией так что по дороге вы, вероятно, все получили по листу бумаги. Если нет, но кто-то рядом с вами просто разорвал их пополам и одолжил половину листа, если сможете. Или любого куска бумаги с отрывными листами или тому подобного будет достаточно, если у вас есть ручка или карандаш. И для этого позвольте мне предложить, чтобы мы пригласили, может быть, двух последних волонтеров CS50 в этом семестре, и похоже в этом деле поднимется много рукописей. Много рукавов. Как насчет того, чтобы я увидел там первую раздачу? Да, которая сейчас указывает на себя. Спускайте. Нам пока нужна только одна рука, но о, подождите, вы будете нашим номером 2. Ну что же хорошо, у нас сейчас слишком много добровольцев. Нет, пожалуйста, нет, пожалуйста, спускайтесь. Да, в черной рубашке. И если вы, ребята, согласитесь, мы совсем скоро займемся парным программированием. Если вы хотите поболтаться здесь за кулисами, мы проведем нашу вторую демонстрацию. Так что хорошо, а теперь, может быть, поаплодируем нашим трем волонтерам. О, поднимитесь первым, а нет. Второе и третье. Хорошо, вы идете первым. Мы сделаем это по порядку номер. Это очередь. Очередь сюда. Как вас зовут? Я Дани. Дэвидж, Малан, Дани. Хорошо, возьмите этот микрофон. Хорошо, мы немедленно исключим вас из очереди. Хорошо, итак, Дани, подойдите сюда на середину. И через мгновение я передам Дани лист бумаги с картинкой. И эта картинка будет чем-то, что я хотел бы, чтобы вы устно запрограммировали аудиторию нарисовать. Вы можете использовать любые слова любые абстракции, любой уровень точности, который вы хотите, но вы просто не можете делать жесты руками или как бы показывать им, что рисовать. Но сначала вы хотите рассказать нам немного о себе, включая всех присутствующих. Я Дани, я взяла CS50. Левидж, Малан, хорошо. Замечательно, замечательно. Поэтому я собираюсь показать фотографию только Дани. И если каждый из вас хочет вынуть этот лист бумаги и просто убедиться, что никто другой этого не видит, если вы хотите, держите его вот так. Сейчас все присутствующие держат в руках ручку или карандаш, и за определенное количество шагов дайте им словесный алгоритм рисования того, что вы видите. И вы можете говорить все, что хотите, но никаких жестов руками. Хорошо и так. Вам нужно нарисовать квадрат в центре листа так, чтобы диагональ была направлена к центру края. Подождите, на самом деле нет, поцарапайте это. Нарисуйте ромб в центре вашей бумаги. Дэвидж, Малан, а для тех, кто забыл, что такое ромб? Бриллиант. Квадрат, который лежит на боку. А затем от нижней вершины проведите прямую линию вниз, но не до самого края бумаги. Хорошо, а затем держите карандаш или ручку в этой точке, и вам захочется нарисовать линию, параллельную линию исходного ромба справа. А затем держите карандаш или ручку в этой точке и проведите линию прямо вверх, соединяясь с боковой вершиной. Да, а затем вернитесь к линии, которую вы провели от нижней вершины до нижней части листа, а затем проведите линию параллельную левому краю ромба. А затем держите карандаш в этой точке и снова проведите линию до вершины ромба. Дэвидж, Малан, конец. Конец. Дэвидж, Малан, хорошо. Что же, спасибо, Даня. Держитесь за свою газету. Большое вам спасибо. И если вы захотите выйти на сцену, мы расскажем. Спасибо вам. Аплодисменты, если можно, Даня. Я уверен, это непростая задача. И если Картер не возражает просто взять несколько образцов здесь, давайте на самом деле взглянем на накладные расходы, если сможем. Я собираюсь очень быстро спуститься сюда. Нам не нужно собирать их все, но если вы чувствуете себя хорошо или плохо из-за того, что нарисовали, с удовольствием соберу несколько из них. Хорошо. Спасибо вам. Спасибо вам. Я надеюсь, вы не будете возражать, если я не смогу дозвониться до всех. Еще парочка сюда. Хорошо. Хорошо это. Хорошо. Это действительно Дэвидж. Малан, это действительно забавно. Я продолжу с этим, если позволите. И у Картера тоже есть немного. Большое вам спасибо. Хорошо. Так что здесь просто случайный ассортимент. Позвольте мне включить камеру, чтобы я мог показать вам то, что я вижу. Вот, например, рисунок одного одноклассника, который, возможно, похож на то, что вы нарисовали здесь. Кажется, здесь зачатки дома. Красиво. Этот, этот больше. а как насчет пары других, которые, по-моему, приближались? Так что там больше ребер и вершин. Это кажется немного похожей по духу, если не пропорциональной. Это лучшая работа Зака. Но оказывается, если позволите, Зак, вы не так уж далеки от истины. Вот, Дэнни, то, что вы декламировали всем алгоритмически. Действительно, это был вот этот кубик. И поэтому Дэнни не могли бы вы вернуться на минутку. Итак, если вы хотите поделиться хотя бы на мгновение, какие мысли приходили вам в голову и почему вы выбрали именно те слова, которые вы сделали. Хорошо. Итак, что же происходило у меня в голове, когда я увидела кубик? Я не знала, могу ли я сказать, нарисуйте кубик. Поэтому я решила начать с вершины и нарисовать ромб в центре вашей бумаги, а затем провести линию вниз и просто выполнить первую часть. Затем вторая часть, затем третья часть. И тогда у вас получится кубик Акузака. Дэвидж, Малан, да, и вы тоже могли бы сказать, а вы могли бы сказать, нарисуйте куб, что было бы скорее абстракцией. Даже это не обязательно достаточно точно, верно, потому что вы не обязательно знаете, какова ориентация этого куба, его размер, расположение на бумаге. Поэтому вы вместо этого выбрали подход более низкого уровня, который мало чем отличается от Scratch. Если вы думаете о Scratch, то можете двигаться вверх-вниз, влево-вправо, поворачиваться на 90 градусов, поворачиваться на 15 градусов и тому подобное. Я имею в виду, что в конечном счете именно так можно реализовать многие графические программы. И игры, если действительно сосредоточиться на том уровне, на котором вы это делаете. Но конечно, у нас людей есть эта напряженность, из-за которой мы часто предпочитаем думать на этом уровне, но даже этого может быть недостаточно. То есть, здесь, на десятой неделе, у нас все еще будут серьезные проблемы. Но если бы мы могли еще раз протяните руку помощи Дани за то, что она продвинула нас так далеко. Большое вам спасибо! Позвольте мне дать вам шарик для снятия стресса. Хорошо. И если бы мы могли попросить обоих наших волонтеров подняться сюда. У нас будет. Да, поднимайтесь поднимайтесь. И позвольте мне, ребята, представиться здесь посередине. Привет, я Эван. Привет. Я Садик из Турции. Приятно со всеми вами познакомиться. Дэвидж, Малан, замечательно. Добро пожаловать. И на этот раз мы собираемся перевернуть ситуацию так, чтобы зрители сделали то, что Дани только что сделала для нас. Единственная загвоздка здесь в том, что единственное средство, которым мы располагаем для того, чтобы показать аудитории, что им нужно сказать вам нарисовать. Это буквально прямо над классной доской. Так что в нашей системе ваши глаза должны оставаться на доске и не подниматься. И через мгновение, если вы, ребята, хотите оба встать перед доской, повернитесь спиной к аудитории. И пока вы разговариваете друг с другом, а Звучите это через микрофон, если хотите. Я собираюсь показать всем остальным в комнате второй и последний рисунок, и мы просто быстро пройдемся по комнате, давайте вместе делать шаг за шагом. И мы посмотрим, не смогут ли эти ребята нарисовать точно такой же результат. Есть ли еще один мел? Дэвидж? Малан? Что это? Есть ли еще один мел? Дэвидж? Малан? Только один, так что вам придется сотрудничать. И давайте начнем все с чистого листа буквально. Хорошо. Так что не поднимайте глаз. Это единственное правило для вас, ребята. Поехали. Для зрителей вот что мы хотели бы, чтобы они по иронии судьбы нарисовали. Шаг первый у кого-нибудь из зрителей? Да. Нарисуйте круг. Дэвидж, Малан, нарисуйте круг. В любом месте. Только не в любом месте. Дэвидж, Малан, хорошо. Это первый шаг. Шаг второй. Кто-нибудь еще? Да, посередине. Проведите линию вниз от подножия лестницы. Примерно на полпути вниз, да. На полпути вниз. Дэвидж, Малан, проведите линию вниз от нижней части круга, примерно на полпути вниз. Я думаю, что перед вами тоже была рука. Номер три. От точки внизу проведите диагональную линию влево. Хорошо. Дэвидж, Малан, хорошо. Главная цель здесь в том, что вы пытаетесь нарисовать человека. Дэвидж Малан, главная цель здесь для тех, кто не может слышать, состоит в том, чтобы нарисовать человека. О, это фигурка из палки. Хорошо, это может быть фигурка из палки. Нарисуйте левую ногу человека. Дэвидж Малан, нарисуйте левую ногу человека этого человека. Хорошо, хорошая работа. Хорошо, хорошо. Следующий четвертый шаг. Да. Подойдите к вершине линии, идущей вверх, и к кругу, и влево. Извините, вправо, нарисуйте V, Дэвидж, Малан. Справа от вершины в нижней части круга нарисуйте V. Да, нарисуйте букву В. И V Эй, ви, например, какое V, Дэвидж, Малан? Нет, не интерактивное. Нарисуйте V Ну, да, это кажется действительно странным. Дэвидж, Малан, приготовьтесь к Эван. Может быть к чему-то подобному? Дэвидж, Малан, шаг пятый. Хорошо, мы начнем с этого. Шаг пятый. Кто-нибудь еще? Шаг пятый. Кто-нибудь еще? Кто-нибудь еще? Да. Нарисуйте правую сторону ноги. Дэвидж, Малан, нарисуйте правую сторону ноги. Красиво. Шаг шестой. Шаг шестой. Счастливое лицо. Дэвидж, Малан, шесть. Шесть. Да. Сотрите линию, которая у вас слева. Дэвидж, Малан, сотрите линию, которая у вас слева. Слева. Дэвидж, Малан, шаг седьмой. Да. Вместо той линии, которая была до подъема, сделайте так, чтобы она шла вниз. Дэвидж, Малан, вместо этой линии перед тем, как идти вверх, сделайте так, чтобы она шла вниз. Шаг восьмой. Шаг восьмой. Шаг восьмой. Да. Соедините эту линию с бедром. Дэвидж, малан. Соедините эту линию с бедром. Не так, не касаясь. Дэвидж, малан, не касаясь. Может быть что-то вроде этого? Дэвидж, малан. Компромисс. Не касаясь. Не касаясь. Дэвидж, малан. Хорошо, хорошо. Шаг девятый. Я думаю, мы почти на месте. Шаг девятый. Шаг девятый. Шаг девятый. Да, сзади. Напишите слово привет в левом верхнем углу круга. Дэвидж, Малан, напишите справа слово привет в левом верхнем углу круга. Поставьте это прямо здесь. Дэвидж, Малан, хорошо. И шаг десять, почти готово. Проведите линию, указывающую на привет. Дэвидж, Малан, проведите линию, указывающую на привет. По сути, это похоже на речевой пузырь. Дэвидж, Малан, а шаг десять, одиннадцать. Да, сотрите восклицательный знак. Дэвидж, Малан, Сотрите восклицательный знак. Мила, двенадцать. Не хотим ли мы дать им еще один? 12. Или у нас все хорошо. Да, последний. Сотрите правую руку. Дэвидж, Малан, сотрите правую руку. Я думаю, тогда нам понадобится 13. А что потом? Да, повторите движение левой руки, но поверните ее на 90 градусов. Дэвидж, Малан, повторите движение левой руки, но поверните ее на 90 градусов. Это кажется неправильным. Как бы вы хотели, как органическое человеческое существо, как бы вы использовали свои руки. Дэвидж, малан, нет, нет. Нет. Вы когда-нибудь вытягивали бы так руку? Дэвидж, малан, это была бы не фигура из палки. Вы бы сделали это или сделали бы ТО? Дэвидж, малан, хорошо, может быть небольшой намек. Дайте мне шаг 14. Шаг 14 и заключительный. Шаг 14. Я думаю, мы просто должны сказать ему, что делать. Шаг 14, да. Представьте себе идущего человека. Правая рука нормальная, но просто поверните ее крайне много влево. Дэвидж, Малан, представьте себе идущего человека, и пусть левая-правая рука идет справа от вас. Это как? Дэвидж, Малан, куда могла бы пойти рука? Куда должна идти рука на этой руке? Но да. Хорошо, да. Нет. Я имею в виду, посмотрите прямо сюда. Посмотрите прямо сюда. Посмотрите направо. Да, извините. Спасибо вам. 14 сделано. Это довольно близко, так что поздравляю вас, ребята. И вам тоже спасибо. Хорошо, я имею в виду, что эти вещи тоже не являются. Да, тогда аплодисменты, конечно. Таким образом, я хочу сказать, что эти идеи абстракции и точности и действительно любой другой термин искусства, который мы исследовали в этом термине, являются своего рода вездесущими и могут быть проще или сложнее реализовать в зависимости от того, в чем именно заключается проблема. Но то, что мы подумали сделать сейчас, в наш последний день, это попытаться аналогичным образом подготовить вас к жизни после CS50. И это действительно будет список действительно потенциальных задач, чтобы вы могли самостоятельно стоять после занятий, после инфраструктуры классов, писать реальный код. А затем мы в последний раз пройдем полный круг с нашей подругой Дженнифер 8 Ли, чтобы взглянуть на мир смайликов и на то, как они соотносятся со всеми формами репрезентации, о которых мы говорили до сих пор. Итак, во-первых, как вы можете заниматься программированием после CS50? Во-первых, вы действительно можете установить инструменты командной строки на свой собственный Mac или ПК. Возможно, вы не знаете, что в Windows есть то, что обычно называется командной строкой. MacOS буквально поставляется с терминальной программой в папке приложения и утилиты. И поэтому, даже если вы никогда не запускали эти программы, у вас на самом деле было что-то вроде мигающего курсора, черно-белой подсказки, доступной для вас. Возможно, у вас не установлено все то же программное обеспечение, что и в вашем кодовом пространстве в облаке. Но у вас есть этот интерфейс командной строки даже в современных графических инструментах. И среди инструментов, которые вы можете установить в этом интерфейсе командной строки, будет нечто называемое Xcode на Mac, которое поставляется не только сайт с графическим интерфейсом, интегрированной средой разработки. Но и в этих инструментах командной строки и в Microsoft для Windows тоже есть нечто подобное. Мы изучаем JIT, поэтому мы использовали JIT только по большей части без вашего ведома. Но JIT это очень, очень популярный инструмент, если его сложно использовать в первый раз. Он позволяет легко отправлять код на веб-сайт под названием GitHub или любой другой эквивалент, а затем более эффективно сотрудничать с одноклассниками. Вам определенно придется немного поучиться, но благодаря Брайану UCS50 вы можете начать, например, с такого видео, как это. И это действительно будет одним из стандартов де-факто в реальном мире, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет, с которым вы, вероятно, столкнетесь, если будете работать в сфере технологий или в любой другой компании, где вы занимаетесь программированием. Против самого кода мы ознакомим вас с этим процессом в ближайшие дни, но вы действительно можете установить его на свой собственный Mac или ПК. А что вы можете делать, когда пишете код? Ну, вы, конечно, можете написать программное обеспечение для вашего Mac, для вашего ПК, для вашего телефона. Или, конечно, на девятой неделе вы можете разместить свой собственный веб-сайт, будь то статически, как на восьмой неделе, размещая его. На таких сайтах, как эти, у которых, как правило, есть бесплатные или удобные для студентов учетные записи, с помощью которых вы можете статически размещать что-то в интернете на реальном доменном имени, которое вы можете выбрать. Или вы можете разместить полноценное веб-приложение используя уровни обучения в облачных сервисах Amazon, Microsoft и Google или других. Вы можете подписаться, будучи студентом, конечно, на многое. О свободном программном обеспечении Бесплатном хостинге, чтобы если ничего другого не остается. Поэкспериментировать и возможно максимально запустить свое собственное приложение или веб-сайт. Так что знайте, что это доступные вам ресурсы. И это безусловно не полный список, если вы хотите стать гиком в ближайшие месяцы, в ближайшие годы. Это лишь некоторые из мест, где люди, посещающие занятия по информатике, пишущие код, могли бы тусоваться, задавать вопросы друг другу и отвечать на них. Так что следите, например, за вот этими. И потом у CS50 есть свои собственные сообщества, как вы увидите. Если вы перейдете по этому URL-адресу здесь через версию CS50 с открытым исходным кодом, которая открыта для всего мира, там есть динамичное сообщество. Благодаря часовым поясам, которые в значительной степени активны 24 7, 365. Речь идет не только о происходящем в CS50, наборах задач и проектах, но и о технологии в целом. Так что, безусловно, приглашаем вас принять участие, задавая вопросы или отвечая на них. Теперь, говоря о том, чтобы задавать вопросы и отвечать на них, пару недель назад вы любезно предоставили нам целую кучу обзорных вопросов, которые мы отобрали и выбрали наши любимые 20 из них. Это, конечно, были вопросы с множественным выбором. И в рамках подготовки к этой неделе, в рамках подготовки к предстоящей жизни, мы подумали, что поставим здесь что-то вроде викторины. И действительно, поскольку вы пришли в начале занятия, возможно вы помните, что вас пригласили перейти по этому адресу здесь, cs50.ly либо здесь лично, либо если вы смотрите прямой эфир из дома по этому адресу здесь, вы можете воспользоваться телефоном или ноутбуком. И если вам проще по телефону, вы можете навести камеру на этот 2D-штрих-код здесь, мы дадим людям минутку, чтобы поднять его. И снова это URL был CS50. LivePool, и как только станет похоже, что у большинства людей все запущено, наш друг Картер поможет нам погрузиться в эту обзорную сессию, если хотите немного повеселившись по пути. Хорошо, Картер, если вы хотите забрать его. Какой у нас первый вопрос? Вы должны увидеть на своем телефоне или ноутбуке, как задается этот же вопрос. Первый вопрос. Как напечатать цитату без кавычек «Привет, мир на Python»? Поэтому среди возможных ответов вот эти. Войдите в систему со своего телефона или ноутбука. У нас уже есть несколько сотен ответов. 7 секунд на принятие решения. Это вопрос один из двадцати, приступайте к нему с некоторой уверенностью. Я думаю, что на часах осталось ноль, и Картер, похоже, 98% из вас действительно сказали «Привет, мир». И Картер, согласно галочке, это действительно правильный ответ. А теперь, чтобы сделать ситуацию интереснее, знаете, что вы увидите некоторое количество баллов. И мы намеренно анонимизировали их, чтобы узнать только то, какой у вас номер. Так что на данный момент у многих гостей идеальный балл составляет 1000. Надеюсь, в течение следующих нескольких вопросов мы увидим, что ситуация начнет налаживаться. Но знаете, что скорость, с которой вы ответите, также повлияет на то, сколько очков вы сейчас получите. Так что чем быстрее вы будете двигаться, тем больше очков получите. Вопрос 2, если бы мы могли. Что означает DNS? Всего пару недель назад. Система номерных знаков доменов. Система доменных имен. Структура нумерации данных и такого понятия, как DNS, не существует. Поступило несколько сотен ответов, осталось 8 секунд. Сейчас меньше баллов, но все еще есть шанс войти. И теперь, когда мы достигли нуля, ответы таковы, система доменных имен, которая действительно верна, и 84% из вас поняли это правильно. И она действительно существует, мы говорили об этом пару недель назад. Таким образом, мы по-прежнему видим очень много связей на уровне 2000 человек. Мы посмотрим, не начнет ли кто-нибудь в ближайшее время отстраняться. Вопрос третий какова верхняя граница времени выполнения сортировки слиянием. Так что ситуация быстро обострилась. Большое О из Н лакен, большое О из лакен, омега из лакен, или большое О из одного. Какова верхняя граница времени выполнения сортировки слиянием? Это был последний из алгоритмов, которые мы видели для сортировки, и через секунду мы увидим, что правильный ответ просто оттесняет всех остальных. Действительно, это 46% N, я знаю. Это N лак N. Теперь, если позволите, как учитель, это не может быть n, потому что n строго меньше n. И вы не сможете отсортировать n элементов, если минимально не посмотрите или не прикоснетесь к каждому из них. Так что интуитивно оно должно быть как минимум больше n. У нас все еще есть целая куча связей. Давайте перейдем к номеру 4. Что хранится в Arcs? Вернемся к языку C. Это массив аргументов. Максимальный размер массива. Количество аргументов, переданных программе при первом запуске. Или сколько памяти выделено функции. Опять же, вы написали все эти вопросы. И у нас есть 5 секунд на раскрытие информации. ARCS – это действительно количество аргументов, предоставленных программе при первом запуске. Вспомните язык C, когда мы делали аргументы командной строки, там были ARCS и АРК. ARCF был массивом, но ARCS действительно был счетчиком. Эй, hey, ARCS, хорошо, у нас все еще есть целая куча связей здесь наверху, но давайте перейдем к номеру 5. Какое любимое хобби у утиного отладчика? По словам одного из ваших одноклассников, наряжаться как Дракула, проплывать по сцене, заполнять всю ванную комнату в доме парня. Спокойно сидеть на сцене. Третье, конечно, это ссылка на видео на YouTube, которое было на веб-сайте курса на той неделе. Но по словам ваших одноклассников, номер два, оставшиеся секунды, тихое сидение на сцене ⁇ его любимое развлечение. Так что, возможно, немного сложнее, чем остальным. 5000 человек, теперь мы начинаем видеть некоторый разброс. Таким образом, у нас всего 6 гостей, претендующих на первое место. И следующий вопрос теперь 6. Какая функция используется для открытия файла на языке C? FOUPEN, откройте файл. FILEPEN, файл. Какая функция используется для открытия файла на языке C? 7 секунд. Здесь есть некоторые различия между C и Python, и судя по показаниям, он действительно корректен на 77%. Хорошо, давайте посмотрим рейтинг прямо сейчас. Если вы гость 1590, 715, 6171, 3753 или 3273, то теперь вы лидируете, когда мы переходим к вопросу 7. Как Стрлен вычисляет среднее значение? Извините, как Стрлен вычисляет длину строки в C. Он смотрит, сколько памяти использует строка. Он подсчитывает количество символов до тех пор, пока не достигнет нуля обратной косой черты. Он подсчитывает количество битов в строке. Он создает указатели для каждого символа и подсчитывает их. 10 секунд Стрлен в C. Напомним, что мы сами реализовали это в классе но затем мы используем библиотеку. И действительно, при 85% он просто подсчитывает количество символов до тех пор, пока не достигнет этого часового, нуля обратной косой черты, он же, 0. И в этом случае у нас есть 544 из вас, привязанных к первому. Хорошо, вопрос 8. Откуда Мелок выделяет память? Стек. Куча указателей или темп, откуда Мелок выделяет память. Ответы поступают через 8 секунд. Хороший обзорный вопрос. Через 2 секунды мы увидим, что Мелок выделяет память из «Закройте один, куча правильная». Куча правильная. Отзыв стека – это место, где функции хранят свои локальные переменные и свои аргументы, и это происходит автоматически. Куча, изображенная на наших картинках вверху, это то, откуда черпает Мелок. Теперь у нас есть гость 15, который поднялся сюда на вершину, но другие могут наверстать упущенные, если они не будут жужжать достаточно быстро. Итак, номер 9. Сколько человек вылетело из Фифтивилла в Нью-Йорк в день преступления? 16, 29, 8 или 3. У любого, у кого есть ноутбук, возможно, здесь есть преимущество. 5 секунд и ответы будут такими. Но ответ 16. Давайте посмотрим, понял ли это гость 15. Они этого не сделали. Прощайте, гость 15 наверху. Хорошо, вопрос 10. Мы уже примерно на полпути. Для чего используются метатеги в HTML? Для описания веб-страницы. Для определения параметров элемента, для группировки элементов вместе, для перевода контента в машиночитаемый формат. Для чего используются метатеги в HTML. Мы видели несколько из них для разных случаев использования. И через одну секунду мы видим, что действительно ответом номер один было описание веб-страницы, будь то для мобильного устройства, будь то для скрипков экрана, таких как Facebook и Twitter и других подобных приложений, которые захватывают изображение и их описание. Все в порядке. Мы сейчас во втором тайме. Гость 4669 вырвался вперед гость 15 сейчас на шестом месте. Все в порядке. Номер 11 – это как вы находите адрес переменной в языке C. Вспомните несколько недель назад. Спросите звездочку, знак доллара, амперсант. У одного из ваших собственных одноклассников, как вы находите адрес переменной в языке C. И ответ номер один, амперсант который действительно является адресом оператора в 62% случаев. Хорошо сделано. Давайте посмотрим, кто сейчас возглавляет список. Гест 4669 сохранил лидерство, так что мы переходим к 12. Что означает оператор стрелки в оси? Дефис и знак больше, чем. Ничего. Начинается комментарий. Заменяет звездочку в операторе точек. Объявляет указатель. Что означает этот оператор стрелки на языке СИ? Опять же несколько недель назад. Три секунды, возможно, сложнее. И это заменяет звезду в операторе точек. Ответ номер два действительно был правильным. Это был просто более чистый способ, синтаксический сахар для сворачивания того, что должно было бы быть звездой, а затем несколькими скобками, а затем точкой. В нечто простое, похожее на саму стрелку. Хорошо, Картер, кто сейчас впереди? Все тот же гость, и давайте посмотрим, что у 13-го есть для нас. Какой из них не является типом данных в склайд? Блаб. Строка целое число. Напишите сообщение. Мы использовали некоторые из них чаще, чем другие, но не все они настоящие. 5 секунд, чтобы принять решение. И результаты таковы, блок – это вещь, строки нет в склайд. Это, конечно, называется текстом, как мы уже видели. Блаб, как бы глупо это ни звучало, это просто двоичный большой объект. Но на самом деле, именно так вы могли бы хранить двоичный файл в своей базе данных. Все в порядке. Рейтинг сейчас, ОГЕСТ 8444, продвинулся вперед. Так что мы переходим на 14 место. Какой из следующих способов является допустимым для печати восклицательного знака, восклицательного знака с запятой, восклицательного знака с запятой, восклицательного знака в Python? И я позволю вам прочитать это самостоятельно. Какой из перечисленных способов является допустимым? Окей, все притихли и задумались. Все в порядке. 6 секунд, на данный момент получено несколько сотен ответов. Все в порядке и да, отлично сделано. 78% правильных ответов. Вы можете использовать оператор стар, чтобы существенно умножить символ слева. Хорошо, кто главный картер. Теперь у нас есть еще гест 8444. И поэтому мы переходим к 15. Что делает бесплатная функция? Освобождена память из примитива. Освобождена память по заданному указателю. Завершает цикл. Или возвращает значение из функции. Что делает свободная функция? Хорошо, 5 секунд. Что делает свободная функция? Позвоните в противоположную сторону от молока, и она освобождает память по заданному указателю, а также и в языке C это на вашей совести. В Python вам не нужно беспокоиться о выделении или освобождении одинаково. Хорошо, теперь у нас наверху по-прежнему ГОСТ 8444, и мы видим все большее распространение. 16 лет, что не является шагом компиляции. Вспомните сейчас вторую неделю. Компиляция. Предварительная обработка. Пожалуйста. Или нарезание резьбы. Что не является этапом компиляции? Мы используем это как общий термин, но технически это означает несколько разных вещей в совокупности. Хорошо. И многопоточность действительно не входит в список. Это техническая вещь, обычно означающая, что программа может выполнять несколько действий одновременно, но это не имеет отношения здесь к компиляции. Хорошо. Гест 8444 все еще наверху. У нас осталось всего несколько вопросов. Итак, 17. Каков был сюрприз в начале лекции на Хэллоуин? По словам ваших одноклассников, кто-то напугал меня кто-то прятал конфеты под каждым стулом. Кто-то переоделся в меня. Весь персонал переоделся в Картера. О, интересная лакмусовая бумажка того, кто, возможно, пришел на лекцию или смотрел ее. Давайте посмотрим, кто из гостей понял это правильно. Кто-то действительно оделся так же, как я, на 64%. Так что я думаю, что посещаемость здесь по сути зависит от той лекции. Так что давайте перейдем к последним нескольким вопросам, убедившись, что ГЕСТ 8444 по-прежнему преуспевает. Может ли кто-нибудь свергнуть их с престола? Почему неправильно использовать оператор equals equals все для сравнения строк? Это неэффективно с вычислительной точки зрения. Вы сравниваете расположение строк. Строк не существует. Использование равных равных приведет к переполнению буфера. Почему неправильно использовать равные равные в языке C для сравнения строк? Три секунды. Мы видели это вживую, и это заняло целую неделю потому что вы сравниваете местоположение, то есть адреса в памяти тех же строк. Хорошо. Давайте посмотрим, останется ли рейтинг прежним. Гест 8444 по-прежнему на вершине продвигается вперед. Два заключительных вопроса 19. В чем разница между нулем 1L и нулем 2L? Нал и нал означают одно и то же. Нал относится к обратной косой черте 0, тогда как null 2 l это адрес 0. Null – это нулевой адрес, тогда как null 2 буквы L относится к нулю обратной косой черты. Null – это 0, но более ленивый. 5 секунд. Это тонко. Возможно, не самый лучший дизайн с технической точки зрения, но действительно 62% из вас поняли это, и NUL. Это первое, о чем мы говорили, когда говорили о нулевой обратной косой черте, а NULL – это указатель. Это нулевой указатель. То же число, но другой контекст. Хорошо, Картер. Гест 8444 – это тот человек, которого нужно обыграть с нашими последними двадцатую вопросами. Что сегодня означают двоичные лампочки на сцене? И это ваши четыре варианта выбора, отличающиеся от обычных. Мы обычно используем 8-битные эски. Сегодня мы используем от 8 который является формой Аникаде, которая представляет собой большее подмножество, использующее 1 или 2 или три или даже 4 байта для написания одного символа. И ответ «Вау, близко, это действительно кекс». Действительно, кекс. Молодец. И давайте посмотрим на окончательные результаты. Победитель 8444. Может быть они здесь лично? 8444. Вы 8444. Спускайтесь. Спасибо вам. Вот и все. Поздравляю. Гость 8444. Спасибо вам. Дэвидж, Малан. Спасибо вам. Все ваши. Все в порядке. Сегодня, если можно, уделите мне всего одну минутку. Все в порядке. Все в порядке. Итак, сегодня мы так рады, что к нам присоединилась Дженнифер 8 Ли. Выпускница колледжа, мой дорогой друг. И на самом деле, именно по этой причине в CS50 есть свидетельство о мопетах. На самом деле, несколько лет назад я был у нее в гостях, и у нее на полке стояла вот такая изготовленная на заказ кукла. Это не то, что показывают по телевизору, но она каким-то образом зашла на веб-сайт, бывший магазин игрушек, который в то время назывался Фаушварц. И вам разрешено настраивать свою собственную куклу и еще много чего. Выберите глаза, нос, лицо и туловище. И я просто подумал, что это самая крутая вещь. И поэтому в такси по дороге домой я словно зашел на сайт, пытаясь купить нашу самую. Первую маппет. Я как бы проснулся на следующее утро с мыслью, почему я только что купил куклу на заднем сидении такси. И так она пролежала на полке действительно два года. А затем мой коллега из команды CS-50 решил, после того, как я принес ее в офис, поставить там на полку, чтобы действительно воплотить ее в жизнь. И действительно, если вы погуглите и найдете в интернете CS50 MAP 3 Папа 3, вы увидите, что на самом деле это персонажи, а не только за последние пару лет во времена COVID, когда на самом деле здесь почти никого не было, и поэтому они были вместо этого. Но на самом деле она привнесла в CS-50 не только этот образовательный элемент, этот педагогический элемент, этот игровой элемент. И сегодня она здесь, чтобы поговорить именно с теми кодировками, которые есть здесь на сцене. Дженни – бывший заместитель председателя подкомитета Юникода по эмодзи. Что означает, что она и ее коллеги оказали влияние на использование эмодзи из очень ограниченного набора символов на раннем этапе и на сегодняшний день. Непредставление большого количества человеческих эмоций в речи превратилось в настоящую инициативу, направленную на то, чтобы запечатлеть в цифровом виде все языки мира. Прошлое, настоящее и будущее – также весь спектр эмоций, которые мы могли бы увидеть здесь в виде этой подушки или даже в торте, который нас ждет. Он. Позвольте мне представить Дженнифер 8 Ли. Дженнифер 8 лет. Спасибо вам. Я много пью. Кликер, привет, все в порядке. Подождите, мне нужно спрятать свои напитки. Мне может понадобиться еще воды. Хорошо, мне действительно не терпится выступить. Так что говорите в последний раз. В прошлом году я была здесь. Во-первых, на мне была маска, а это настоящий облом, если вы читаете лекцию. А потом вся передняя часть была сплошь в мопетах. Так что я действительно рада видеть людей на самом деле. И для меня всегда большая честь выступать в Сандерсе. А ведь мы с Дэйвом когда-то были одноклассниками. Так что я помню его, когда он был старшекурсником, очень похожим на вас. Поэтому я собираюсь выступить с докладом о мире Эмодзи и, и о том, как я вроде как стала активисткой Эмодзи. Итак, все началось с моей подруги Инлу, дизайнера, хорошо известного тем, что он создал кита неудачника в Твиттере, который был вроде как похоронен. За исключением этого момента, на этой неделе кажется, что это может понадобиться снова. Так что однажды мы с ней переписывались. Это было в 2015 году. Мы переписываемся о клетках, потому что мы китаянки и любим переписываться о еде. И поэтому я отправила ей эту фотографию клеток. Она такая: ням, 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 ням. А потом она такая: о, Apple нет и модзи с клетками. И я такая: это довольно интересно. На самом деле я ничего об этом не думала. Потому что люди постоянно указывают вам на что-то, а потом вы просто забываете и просто двигаетесь дальше. Но потом, через полчаса, на моем телефоне появляется этот пельмень с глазами-сердечками. И вы его не видите, потому что это стоп-кадр. Но на самом деле у него были моргающие глаза. Поэтому ей нравилось называть его побрякушка, побрякушка клетка. Поэтому она, как дизайнер, решила сделать свой собственный эмодзи с клетками, потому что она сказала, я дизайнер, я могу это исправить. Но это на самом деле заставило меня задуматься. Я спросила, Откуда берутся эмодзи? И как это здесь нет эмодзи с клетками? Потому что с моей точки зрения клетки это такая универсальная еда. Верно. Так что на клавиатуре с эмодзи есть много японских блюд. А я там не была. Это было как в 2015 году. Я совсем не была большим пользователем эмодзи. Я имею в виду, что у вас есть такие вещи, как рамен. У вас есть коробки с бенто. У вас есть кари. У вас есть темпура. У вас даже есть какие-то непонятные продукты, вроде этой штуки. Штуки на палочке. Оказывается, рыбные штуки на палочке. Тогда эта розово-белая закрученная штука тоже рыбная штука. И там даже есть такой треугольный рисовый шарик, который выглядит так, словно на нем был воск для бикини, все это хорошо представлено на клавиатуре эмодзи, но никаких клецок. И это очень странно, потому что, как и во всех культурах, у них есть свои клецки, будь то хинкали, равиоли или эмпанады. Как будто по сути все вроде как открыли для себя идею вкусной еды внутри углеводной оболочки, запеченной, жареной или приготовленной на пару. Я подумала, окей, я буквально в Гугле спросила, кто управляет эмодзи. И вы обнаружили, что на самом деле они регулируются некоммерческой организацией, которая называется консорциум Аникаде. Так оно и есть. И я только что зашла на их веб-сайт и обнаружила, что по состоянию на 2015 год у них было 12 полноправных членов с правом решающего голоса. Так что сейчас 2015 год. И они были похожи в основном на американские транснациональные технологические компании. Это была Oracle. Это были IBM, Microsoft, Adobe, Google, Apple, Facebook и Yahoo. И из трех, которые не были многонациональными технологическими компаниями США была, давайте посмотрим, немецкая компания СЭП, китайская телекоммуникационная компания Huawei, а затем как и правительство Омана. Это были по сути 12 полноправных членов с правом решающего голоса американских транснациональных технологических компаний. Так что на тот момент они платили 18 тысяч долларов в год за то, чтобы иметь полное право голоса в комитете по Юникоду. И я подумала, о, это большие деньги. И я вроде как возмутилась по этому поводу. Но тогда, если вы продолжите копаться на их веб-сайте, вы обнаружите, что там есть такая интересная лазейка, к которой можно присоединиться как частное лицо за 75 долларов. Вы не имеете права голоса, но это дало вам право внести себя в список рассылки, а также присутствовать на ежеквартальном собрании Аникаде. Поэтому я подумала я так и сделаю. Я понятия не имела, что делаю. Но я такая, я пойду бороться за этот эмодзи с клетками, потому что с моей точки зрения клетки универсальны. Эмодзи в некотором роде универсальны. Итак, тот факт, что не было эмодзи с клетками, означал, что во Вселенной что-то не так. И я была полна решимости это исправить. Вы знаете, что я была в этом списке рассылки, а потом, может быть, даже пару недель спустя я получила. Они вроде как разослали записку типа ⁇ Эй ⁇ кто придет на ежеквартальное собрание. И я подумала, я посмотрела на календарь, я посмотрела на свое расписание, я подумала, ⁇ О, в это время я буду в Силиконовой долине ⁇ Так что мне в основном нравится приглашение, и я подумала, ⁇ Я буду там ⁇ и поехала на поезде Колтрон в здание Apple. Это законное здание, по-моему, в Саннивилле. Так что мне просто нравится появляться там. И я не знаю, чего я ожидала, например, с Юникодом. Я думаю, может быть, это будет похоже на детский конгресс с маленькими очень официальными сидениями, людьми с молотками. Это не то, что я нашла. В основном это так. Это был конференц-зал, полный людей, которые перекосились шире, перекосились старше, перекосились мужчины, перекосились инженеры. И это, по сути, та комната, где это происходит. Так что сейчас 2015 год. Это были люди, которые решили использовать ваши модзи, все очень милые, и красиво. У одного из них даже была дочь, у которой было чувство юмора, и она шила ему футболку с надписью Повелитель теневых эмодзи. Так что я просто слушала, как они обсуждают такие вещи, как эмодзи с молоком и эмодзи с фасолью. И мне просто показалось не совсем правильным, что это будет глобальный визуальный язык, который в основном решается небольшой группой людей в конференц-зале в Силиконовой долине. Поэтому я решила создать группу под названием Emoji девиз которой звучит так «Эмодзи от людей для людей». И она в основном выступает за более репрезентативные инклюзивные эмодзи. Мы начинаем с кампании на Kickstarter, процесса эмодзи с клетками, пытаясь исправить ошибки в этом мире, и сняли это маленькое милое видео, как бы пропагандирующее клетки, один из самых универсальных межкультурных продуктов питания в мире. В Грузии есть хинкали, в Японии геза. В Корее манду, в Италии равиоли, в Польше вареники, в России пельмени, в Аргентине эмпанады, у евреев креплах, в Китае подстикеры, в Непале и Тибете мома. И все же почему-то, несмотря на их популярность, в стандартном наборе нет эмодзи с клетками. Почему это так? Эмодзи существуют для пиццы, темпуры, суши, спагетти, хот-дога, а теперь и для така, в чем заслуга у бэл Нам нужно исправить это несоответствие. Пельмени – это глобальное явление. Эмодзи – это глобальное явление. Не пора ли нам свести их вместе? О да, раз уж мы об этом заговорили, как насчет эмодзи для китайской еды на вынос? Дженнифер 8 лет. Итак, я все-таки составила предложение по эмодзи с клетками. Я написала это, я помню День благодарения 2015 года в самолете. И на самом деле, и мы его передали в основном клетке. Коробку еды на вынос, палочки для еды и печенье с предсказанием. Я должна сказать, я не думаю, что печенье с предсказанием получилось бы само по себе но оно как бы скользнуло по фалдам других. Так вот, каковы были предложения в том виде, в каком мы их представили. И затем это те, которые вроде как существуют сейчас на клавиатуре Apple. И я должна сказать, клетка выглядит очень, очень реалистично, странно реалистично. И в то время как, как и печенье с предсказанием, я думаю, что это большой провал, потому что, во-первых, в ней нет. В ней нет просвета. Она выглядит как мертвый 3D Pac-Man. Так что я очень разочарована ее проявлением. Но это нормально, это нормально, и поэтому это довольно интересно. Например, каков процесс передачи эмодзи? И я проведу вас через это. Итак, прежде всего вы придумываете свою идею, а затем вы пишете это предложение и отправляете его в подкомитет по эмодзи Юникода, который затем дает вам комментарии, а затем отправляет их вам обратно. И вы как бы ходите по кругу. Так что это те вещи, которые мы рассматриваем. Так что где-то там я тоже пробилась в комитет по эмодзи, а затем тоже стала вице-председателем, стала вице-председателем. Что-то вроде вне классной работы, точно так же, как полностью обезумела в своей жизни. Итак, то, что имеет значение для массового спроса. Это часто запрашиваемый смайлик. Множество вариантов использования и значений, так что это на самом деле очень важно для чего-то вроде того, что определенные животные имеют значение. Так что некоторое время назад мы сделали «Ленивца» и это также имеет не только буквальное значение, но и что-то вроде коннотации. Есть визуальные отличия, это можно распознать. Итак, это был блокиратор для одного из смайликов, над которым я работала раньше, пещера, что довольно сложно сделать. Я думаю, что с точки зрения смысла это довольно хорошо, но действительно трудно сделать пещеру по размерам смайликов. И тогда это заполнит пробел, полнота. Хороший пример для этого. По какой-то причине в течение многих лет у нас было красное сердце, желтое сердце, зеленое сердце, голубое сердце, фиолетовое сердце и ни одного оранжевого сердца. Так что в некотором роде вы бы сделали радугу, но люди заменили бы ее тыквой. Значит, вам хотелось бы иметь радужное сердечко с маленькой тыквой воткнутой посередине. Так что оранжевое сердечко очевидно, следует добавить и придать ощущение завершенности. И еще кое-что — совместимость с существующими поставщиками. И поэтому хорошим примером этого было то, что много лет назад WhatsApp решил добавить гендерный небинарный смайлик. И как только он это сделал, все остальные поставщики подскочили. Так что же это за эмодзи? Они слишком специфичны или узкие? Так что мы часто будем видеть это с очень специфическими животными или очень специфической группой. Это излишне, так что в один год, о боже мой, кто делает шарик с маслом? Шарик с маслом делает индейк. Шарик с маслом подал предложение Симодзи, которое было похоже на приготовленную индейку. Но у нас уже была живая индейка, так что казалось излишним иметь и то, и другое, например, приготовленную индейку на День Благодарения и живую индейку. Визуально это неразличимо. Это борьба за такие вещи, как я знаю, что мои друзья вроде как предложили кимчи. Кимчи действительно сильно зависит от размеров эмодзи по многим причинам. И отчасти это напряжение связано с тем, что оно неразличимо визуально. Тогда здесь нет логотипов брендов, божеств или знаменитостей. Так что никаких Nike Swoosh, никаких MC Donald's M. И затем это то, что мы решили в прошлом году или около того, что больше никаких флагов. Флаги — это очень сложная вещь. И в результате они не хочет заниматься тем, чтобы решать, что является страной, а что нет. Так что когда вы получаете предложение, например, из курдистана, вы говорите: «Итак, прямо сейчас выбор и модзи флагов зависит от того, что признает ООН. А затем они передаются в международную организацию по стандартизации, и тогда Никаде просто делает это. Он не хочет вмешиваться в геополитические дела. Поэтому, как только он выходит из-под комитета, он поступает в технический комитет полного состава по Юникоду АЦ. Это были те люди, которые были в комнате, которую я вам показывала. И они голосуют раз в год в основном за то, чтобы пройти все эмодзи. И это занимает некоторое время. Необходимо много координировать свои действия с международной организацией по стандартизации и много работать с компаниями. И в конце концов, это занимает много времени, но в конечном итоге оказывается на ваших устройствах. И исторически это занимало от 18 до 24 месяцев с момента, когда вы включили это в предложение, до того, как вы его получили. В будущем это займет немного больше времени, вероятно, таково мое ощущение. Поскольку мы организованы, Аникаде разработан для того, чтобы выделить пространство для некоторых выпусков Аникаде. Так что эмодзи вроде как сделали свои ее дело. Итак, одна из странных вещей заключается в том, как Аникаде — такого рода некоммерческая организация, базирующаяся в Маунтин-Вью, Калифорния, в конечном итоге контролировала этот глобальный визуальный язык, так что многое из этого должно начаться. Связано ли это с тем фактом, что эмодзи появились в Японии еще в конце 1990-х годов? Набор Адакома в 1999 году считается, широко считается чем-то вроде первого набора эмодзи Лайкхала. Like Он был собран музеем современного искусства, и поэтому японские телекоммуникационные компании, которые использовали бы его в основном, имели бы свои собственные наборы эмодзи. А потом появились разные компании, так что у них были бы разные наборы. Так что, по сути, вы могли отправлять их как визуальных персонажей только с кем-то, кто находится на вашем же носителе. Так что это примерно то же самое, что если бы вы были на таком же Verizon, вы могли бы отправлять сообщения людям на Verizon только с такими смайликами. Или если бы вы были на T-Mobile, вы могли бы делать только это. Так что в какой-то момент они решили, что Apple и Google пришли в Японию. Они хотели начать продавать смартфоны. И они поняли, что это мешанина систем, и они хотели объединить ее. И поэтому в 2007 году они перешли на Unicode и сказали, «Хорошо, помогите нам унифицировать эмодзи, в основном все эмодзи, чтобы у нас была одна стандартная система». И отчасти это объясняется тем, почему Unicode. Потому что миссия Юникода в основном состоит в том, чтобы дать возможность каждому, говорящему на любом языке на Земле, использовать ваши языки на компьютере и смартфоне. Поэтому он в основном объединяет все письменные языки в один огромный набор. А ведь на самом деле это было не так, когда я росла. Был момент, когда, например, если бы вы были японцем в Apple, это отличалось бы от японского языка в ДОС, китайского или арабского. Это свело всех с ума. И примерно в конце 80-х или начале 1990-х годов они решили, что разработают единую стандартизированную систему, которая будет кодировать все символы в одном огромном наборе. Итак, есть три основных проекта для Никоде, если вам не все равно. Итак, один из них — кодирование символов, включая эмодзи. Сейчас выделено около 100 тысяч символов, так что это включает китайский, японский, корейский, арабский, кириллицу, фактически все иероглифы, все эмодзи, множество вещей, таких как символ биткоина, авторское лево или что-то еще. Все эти задания содержали около 100 тысяч символов, даже те языки, которые в основном вышли из употребления. Итак, еще одна вещь, которую он делает, это создает ресурсы локализации, чтобы вы знали, о если вы находитесь в этой стране. Вы используете евро, песо или что-то в этом роде. Итак, существует много данных о локализации, которые необходимы в зависимости от того, с какой географии вы используете свое устройство. Или от того, знаете ли вы, что время используется таким-то образом, или даты отображаются таким-то образом. Это называется общим локальным хранилищем данных или колдр, как они его называют. И еще одна вещь, которую они делают, это своего рода поддержание библиотек для разработчиков, чтобы делать все так, что они не строят все с нуля. И это называется К. Это очень забавно, потому что это называется «Клдр», и вот однажды подружка одного из наших друзей сделала ему эту штуку, которую она назвала тюленем-оленем. Потому что всякий раз, когда он говорил о Клдр, она думала, что он говорит о тюленях оленях. Так что теперь это его маленький талисман для подобных вещей, связанных с Юникодом. Так как же Юникод это делает? Так что в основном он присваивает кодовые точки. И каждая кодовая точка — это уникальный номер, присвоенный каждому символу Юникода, так что смотрите со слезами радости, это может быть написано вот так с кодовой точкой. Или это может быть написано вот так в терминах десятичных чисел. А это тоже можно записать в двоичных числах. Так что все это в основном одно и то же. И главное, что нужно знать, по крайней мере, об эмодзи, это то, что когда ваше устройство, если вы разговариваете на своем iPhone с кем-то, кто находится на ноутбуке или iPad, или на устройстве Android, оно не отправляет изображение туда и обратно. Он посылает всего несколько сообщений туда и обратно. А затем локально ваш телефон или, например, ваш ноутбук решает, например, «О, это число соотносится с изображением с точки зрения нашего шрифта эмодзи», а затем выводит его. Так что это действительно ключ к пониманию того, почему разные эмодзи выглядят по-разному на разных платформах. Итак, с 2007 по 2010 год прошло около трех лет, но Никаде 6,0 вышел с нашим первым маленьким набором эмодзи. И он просто висел там целый год. Как никто другой, он ничего не делал. Так вот, в 2011 году Apple начала добавлять клавиатуру с эмодзи, и она просто взорвалась, как будто я чувствую, что в некотором смысле эмодзи не были изобретены. Они были открыты. Им, очевидно, нравится прикасаться к чему-то очень-очень первобытному, например, к нашему человеческому желанию общаться с помощью маленьких красочных символов на электронных устройствах. И у вас вроде как есть то, что действительно интересно, это двусмысленность, которая приходит с тем, что означают эмодзи. И поэтому это один из моих любимых эмодзи. Это что-то вроде перевернутого смайлика, очень-очень двусмысленного. Явно очень двусмысленного, потому что, если вы начнете вводить текст в Google, то увидите, что лучшие хиты похожи на что это значит от парня. Что это значит от девушки? Это явно то, что многие люди используют в подобных сложных ситуациях, когда они общаются друг с другом. Так что одна из забавных вещей заключается в том, кто может предложить эмодзи. Технически это может сделать любой желающий. Здесь может любой желающий. Нормальные люди могут это сделать. У нас в основном есть Google Doc или форма Google, которую мы исторически выкидываем в период с августа. Извините, с апреля по август за последние два года. И это один из наших любимых примеров. Это Раюф Альхуметхал. Она была 15-летней девочкой из Саудовской Аравии, которая жила в Вене в то время, когда предложила ему в хиджабе. А потом она была похожа на журнал Time, как самые крутые подростки, у нее была целая куча разных вещей. Она поступила в Гарвард и Стэнфорд. И она поступила в Стэнфорд. Так что это предложение, которое мы получили. Затем была группа людей из Аргентины, которые получили эмодзи мате, что-то вроде символа их национального напитка. Затем мы работали с некоммерческой организацией, которая действительно хотела получить эмодзи с менструацией. И поэтому они предложили начать с того, что было похоже на окровавленное нижнее белье. А я просто сказала, нет, нет, нет. Так много разных причин, по которым это ужасные эмодзи. Итак, мы получили капли крови, и вы можете сделать луну и капли крови, или нижнее белье и капли крови. Есть много разных способов. На самом деле это действительно забавно, потому что я заранее опрашивала своих друзей, чтобы они использовали для обозначения менструации до того, как появилась капля крови. Так что там было что-то вроде красного вина. Там было что-то вроде розы с похожим на опадающий лепесток. А потом моя любимая, на самом деле моя подруга, которая использовала японский флаг, чтобы показать, что у нее месячные. Так что один из самых больших вкладчиков, этот эмодзи цвета кожи, появился, я думаю, в 2015 году. Это было потрясающе. Это так. И он был предложен мамой Катриной Перрот. Она предприниматель и мама, которая однажды чувствует себя как дома, а ее дочь приходит домой и говорит, «Хотела бы я, чтобы там были эмодзи, похожие на меня». А ее мама такая, это здорово, дорогой. Что такое эмодзи? И поэтому она, как и я, наверное, погуглила и просто выяснила, что эмодзи управляются юникодом. И она только что выступила с предложением, в котором говорится, что у нас должны быть не только желтые тона кожи. В то время все было в каком-то симпсоновском желтом цвете. Действительно интересно посмотреть, как изображаются расы и национальность в разных частях мира. Значит, изначально в Японии все были желтыми, но это были не те. По умолчанию все были такими же, как люди или японцы. Но у них была пара вещей, которые были похожи на другие. Одна из них заключалась в том, что у вас была блондинка. Так что есть эмодзи, который называется блондинка или что-то в этом роде, представляющее всех жителей Запада. Так что это был один из них. А еще у них есть эмодзи, похожий на индийского парня в тюрбане. Так что это должно символизировать индийский народ. А еще есть парень в маленькой шляпке, которая должна символизировать китайцев. Так что это было похоже на японский взгляд на расу, который был как по умолчанию, тогда вы были похожи на блондинку Запада, китаянку или индианку. И это все, что там было. И, очевидно, в Соединенных Штатах мы очень заботимся о расе. И тогда она придумала систему с пятью оттенками кожи, как у нормальных людей. Какой-то парень в Германии решил, что хочет сделать лицо с приподнятой бровью, или, как мы это называем, эмодзи. О, это забавно. Значит, женская обувь на плоской подошве. Должна сказать, на данный момент она не очень часто используется статистически. Но я действительно ценю это, потому что это была мама, которая была очень обижена тем, что у всех женских туфель были каблуки, даже у босоножек. Так вот это она. У нее в то время было около троих детей. Сейчас у нее четверо. Она была очень плодовита. И она также сделала женскую квартиру, она также сделала цельный купальник, потому что она также была оскорблена тем фактом, что единственный вид купальника, который вы Это было что-то вроде маленького бикини в горошек, что не очень здорово, если вы берете своего шестилетнего ребенка. Так что я бы сказала, что это прошло, но, похоже, не всем понравилось чтобы вы знали, что они КД, потому что он очень публичный, предоставляет информацию для комментариев. И мы получили этот комментарий обратно, так что цельный купальник. Почему? Человек, желающий указать на использование купальников, не может использовать существующие бикини. Это действительно необходимо? Как насчет викторианского купального костюма, гидрокостюма или? Это похоже буквально на записи и вроде бы не кодируется. И поэтому человек, который это сделал, на самом деле очень впечатляет. На самом деле он тот человек, который создал эмодзи со средним пальцем. И на самом деле, если вы когда-нибудь видели эмодзи вулкана, эмодзи вулканической руки, он на самом деле очень активен. И я должна сказать, что на самом деле это, по-моему, один из самых впечатляющих эмодзи. Так что, очевидно, у нас будет много активных дебатов. Иногда кажется, что целые страны подчиняются. Буквально правительство Финляндии, как их эквивалент госдепартамента, их дипломатия в этом роде, представила предложение о сауне. И это было так жутко и так странно. В этом так много плохого. Но я чувствовала, откуда они берутся, потому что они как будто голые. У них нет, у них косолапость. И поэтому мы решили им помочь. Мы такие, и мы понимаем, к чему вы клоните. Давайте посмотрим, сможем ли мы вам помочь. Например, подняться. Знаете, как будто у нас была эта ложка. Например, вокруг них должно быть что-то вроде пара. Например, если бы они были голыми или в полотенце, это было бы очень рискованно. Но мы хотели им помочь, потому что это было буквально иностранное правительство, выступающее перед Аникадезой и Модзи Сауны от имени всей своей страны. Так что это, это превратилось в человека в парной комнате, которая больше всего похожа на версию Сауны Пиджи. И там нет ложки, они все одеты. Это очень странно, но так вы можете увидеть эволюцию того, с чего все началось. Что мы представили и чем все закончилось. На протяжении всего процесса происходит большая эволюция. И подобные компании тоже могут подавать предложения с эмодзи. Так что Google действительно работал над этим. Мне это нравится. Так что просто для того, чтобы дать вам некоторый контекст. По состоянию на 2015 год существует множество способов, которыми вы могли бы быть мужчиной или иметь профессию на клавиатуре с эмодзи. Например, вы могли бы быть офицером полиции. Вы могли бы быть детективом. Вы могли бы быть охранником Букингемского дворца. Вы могли бы даже быть Санта-Клаусом. Как будто у вас могло бы быть так много работы. Но если бы вы были женщиной по состоянию на 2015 год, то могли бы заниматься четырьмя вещами. Вы могли бы быть принцессой. Вы могли бы быть невестой. Вы могли бы быть танцовщицей, а могли бы быть кроликом плейбоя. Это была общая сумма всех профессий, которые у нас могли быть. Так что в то время существовало что-то вроде этого движения, на YouTube появилось видео, которое стало вирусным. Там было что-то вроде статьи в New York Times, в которой говорилось, где женщины с профессиями. Так что, по сути, они придумали набор эмодзи для профессий. И что приятно, эти профессии были не у женщин, теперь они есть и у мужчин. Итак, что касается эмодзи и модзи, то это некоторые из тех, над которыми мы работали. Я думаю, что около 130 эмодзи на вашей клавиатуре, вероятно, прошли через нас, каким-то образом затронули нашу систему, в том числе я должна сказать «микроб» или «вирус». Я думаю, у меня есть мнение, что у каждого эмодзи свой день. Он может быть не таким, как сегодня. Это может быть и не в следующем году, но я должна сказать, что вирус ничего не делал. Затем наступил 2020 год, и это был такой хороший момент для него, вместе с мылом. Мы тоже делали мыло. Так что среди других эмодзи, -эмодзи над которыми мы работали, есть, извините, лунный пирог, лама, плюшевый мишка. Там не было игрушек. Мне было очень грустно из-за игрушек. У нас есть жираф. Там была хижина, чай с пузырьками. На самом деле чай с пузырьками был очень спорным. Я должна сказать, что изначально мы пытались положить его вместе с коробкой еды на вынос и клетками, но люди его не ели. И я это понимаю, потому что его не так уж много. По сравнению с пивом или вином, например, чай с пузырьками не имеет долгой истории на этой планете. Но я скажу, что они подают его снова, на самом деле изначально предполагая, что это был не просто чай с пузырьками, а что-то вроде черного шарика с молоком и чаем. Это было довольно круто, и я должна сказать, что определенно существовала разница между поколениями, между азиатскими женщинами, которые сидят в этой комнате и говорят. Это абсолютно то, что мы потребляем почти каждую неделю нашей жизни, и людьми, которые немного старше, которые говорят, это похоже на парфе. Как вы можете не знать, что это не парфе? Мы такие, мы абсолютно уверены, что это не парфе. И поэтому в конце концов оно попало внутрь. Так что это в некотором роде влияет. Это как бы показывает, кто находится в комнате, влияет на принимаемые решения или иногда в комнате, а теперь иногда, скорее всего, в зуме. На самом деле я должна была сказать эмодзи бобра, если вы видите эмодзи бобра, это один из тех, которыми я больше всего горжусь. Так что на самом деле он написан в соавторстве с профессором здесь, в Гарварде, который одновременно является лесбиянкой и был женат на женщине из Канады. Поэтому для нее было очень важно передать ему Дзи бобра. И она пообещала мне, что это всегда будет первой строкой ее биографии. И действительно, если вы зайдете на ее страницу в Твиттере. Похоже, что Джоан Донован, создатель Модзи Бобра, запятая, возглавляет исследовательскую работу в центре Шеринштейна при Гарвардской школе Кеннеди. Это довольно впечатляюще. А потом мы сделали зелень. На самом деле зелень была действительно интересной, потому что люди, это тоже было похоже на культурное наследие поколений. Люди спрашивали, зачем нам зелень? У нас есть салат. А я отвечала, мы китайцы. Мы не едим сырую зелень, потому что, как будто вы не знаете, где она была, и чистая ли она. Поэтому мы готовим нашу зелень так, чтобы салат не был чем-то таким, что у нас есть. Так что в конце концов я получила свою зелень, и это было довольно весело. И потом вот некоторые из людей, которые внесли свой вклад в наши маленькие эмодзи, в том числе несколько коренных американцев, которые помогают получить перо. Так почему же меня это волнует? Значит, отчасти это потому, что я китаянка. Я выросла, говоря по-китайски и по-английски одновременно. И действительно интересно посмотреть, как китайские и английские иероглифы сочетаются с эмодзи и китайским языком, не так ли? Так что это огонь. У вас есть огненные иероглифы, а теперь у вас есть эмодзи. И это как бы показывает, что в человеческом опыте есть долговечность, то, что было разработано 4000 лет назад, имеет те же визуальные сигналы в человеческом опыте, что и сейчас. Итак, рот дерева, луна, солнце. Они могут смешивать и сочетать их, что очень весело. Так что из двух деревьев получается как бы лес, ой, извините. Ну что же, а еще луна и солнце вместе означают яркий свет, что мне нравится. Мне нравится вот этот, так что если вы остановитесь и подумаете об этом, то это по сути свинья под крышей. И что это значит? Это не значит ферма, как вы могли бы подумать. На самом деле это означает дом или семью. Так что в китайском типе структуры и мировоззрения это похоже на то, что то, где вы держите своих свиней, на самом деле является вашим домом и вашей фермой. Так что это становится немного странно во всех отношениях. Итак, один из моих любимых радикалов, так что этот персонаж означает женщину, меня. И когда я учила китайский, вы вроде как заметили, как это проявляется. Итак, это женщина под крышей, и вы такой. Это значит мама, или жена, или что-то еще похожее на дом. Это не имеет значения. Это означает мир, потому что все дома, когда рядом женщина, или все спокойно, когда женщина дома под крышей, что мне всегда казалось немного странным. Тогда есть еще женщина плюс ребенок. Так что вы такой? О, на самом деле именно мальчик. Коннотация здесь немного не ясна. Значит, вы как женщина плюс ребенок, семья, мама, что угодно. Это не так. Это означает хорошо. Поэтому эталоном добра в Древнем Китае была женщина, у которой был ребенок мужского пола. Так что это вроде как раздражало меня, когда я росла. А потом три женщины вместе означают зло, что очень похоже на Макбета. Этот персонаж означает жадность. Этот персонаж означает рабыню этот брак, давайте посмотрим, я думаю, что это ревность, а это означает прелюбодеяние или предательство. Так что мне определенно не нравится, как женщины изображены на клавиатуре с эмодзи. Так что, если вам интересно, мы только что выпустили детскую книжку под названием «Ханмадзи», в которой сравниваются эмодзи и китайский язык. И я думаю, что они прислали целую кучу книг, чтобы вы, ребята, могли провести какие-нибудь конкурсы, как позже CS50. Так что микширование и сопоставление действительно интересно. Например, оттенки кожи на самом деле представляют собой один и тот же желтый символ плюс слой тона кожи поверх этого. Так что я как бы взяла уроки у китайского языка с точки зрения того, как вещи могут сочетаться. Так что есть кое-что, о чем вам следует знать, а именно звдж. Это тоже невидимый эмодзи-персонаж. Он расшифровывается как ноль у джойнера. И на самом деле это было изначально создано, я думаю, для арабского языка, где вы, по сути, заставили бы что-то быть в начале слова или в конце слова, как бы имея этот невидимый символ. Так что радужный флаг, например, на самом деле — это радуга плюс белый флаг. И у нас могли бы быть самые разные забавные комбинации. Если вы посмотрите на белого медведя, то это действительно так. Если у вас есть старое устройство, где оно разваливается на части, то это медведь плюс снег, который действительно милый. Изначально у меня был медведь плюс белый, а потом мы решили, что медведь плюс снег имеет гораздо больше смысла. Итак, еще один, это новинка. Я думаю, он должен быть у вас, ребята, если вы обновляли свои телефоны за последний год или около того. Так что починка сердца ⁇ это сердце плюс пластырь. А это что такое? О, это интересно. Долгое время была кормящая грудью женщина, и людям казалось, что не существует гендерного равенства. На самом деле это было действительно интересно. Все люди, которые писали и говорили ⁇ Я хочу быть папой ⁇ показывали, что я держу на руках своего ребенка. Почему моего ребенка держит только женщина? Так что мы как бы создали целый набор. Так что это мужчина плюс бутылочка. Та-да. И так это. Все эти профессии на самом деле часто являются женскими плюс, как яичница глазунья, как школа или трактор, и вот как вы получили профессии. Если вы отправите эмодзи в старую систему, иногда она развалится на части. Итак, один из моих любимых видов вклада в этом мире — эмодзи межрасовых пар, которые мы сделали с помощью Тинда, и это очень весело, потому что тогда у вас могли бы быть разные пары, и их так много. Это будет весело, если вам, ребята, когда-нибудь придется проходить тест. Это действительно весело, потому что у вас есть пол плюс третий. Например, нейтральный пол плюс два человека плюс пять оттенков кожи плюс желтый. Например, сколько пары модзи вы можете придумать, когда вводите этот фактор. Так вот это. А под ним просто последовательность ZG. Как будто два человека стоят вместе, которые как будто приклеены друг к другу. Теперь это действительно становится интересным с точки зрения CS50. Потому что во многих случаях, даже если вы видите только одного персонажа под капотом, в зависимости от того, как работает ваша система, они считают каждого из них отдельным персонажем. Таким образом, длина вашей струны на самом деле может быть пять, а не одна. И это стало своего рода проблемой с такими вещами, как Твиттер, где у вещей была жесткая длина кожи. Так что гендерная инклюзивность на самом деле является одной из вещей, с которыми мы больше всего сталкивались за последние пару лет. Так что это довольно интересно, если вы подумаете о том, как выглядит изобразительный язык по сравнению с абстрактностью разговорного языка. Это потому, что у нас был мальчик и у нас была девочка. Но нельзя было сказать общий ребенок. Как если бы вы хотели сказать ребенок, вам нужно было выбрать мальчика или девочку, но не просто какого-то маленького человека. И это действительно важно, потому что в английском языке, по крайней мере, слово ребенок не подразумевает пол. Так как же нам это имитировать? а также является ключевым для чего-то вроде доктор, верно доктор и учитель. В них не подразумевается пол, но когда они появляются у нас на клавиатуре с эмодзи, вы выбираете учителя мужчину, врача женщину или что-то в этом роде. Итак, на самом деле в Adobe был парень, который считает себя не гендерно-бинарным, а также человеком, стоящим за оранжевым сердцем. Он боролся и получил в основном первые три негендерно-бинарных эмодзи. Значит, ребенок ⁇ взрослые и пожилые люди. Так что это креативно. А затем нам пришлось распространять их практически во всех профессиях. Так что это гендерно-нейтральные версии многих из них. Но потом мы занялись всем этим, где каждый смайлик, изначально имеющий гендерный признак, должен был быть зеркально отражен. Итак, изначально у нас был бородатый мужчина, а потом мы подумали, хорошо, на самом деле нам нужна бородатая женщина. Так что это у вас на клавиатуре. Там беременная женщина. Теперь там беременный мужчина. И это интересно. Там женщина в свадебном платье. Теперь там мужчина в свадебном платье, а затем были те, которые на самом деле должны были быть созданы, которые не были ни мужчиной, ни женщиной. Так что это Мёрперсон. Итак, там был водяной, там русалка, и там был Мёрперсон. Было действительно интересно выяснить, как нарисовать гендерно-нейтрального Мёрперсона. Похоже, что у некоторых из них в самом начале руки были скрещены на груди. Монарх. Так что там были принц и принцесса, а теперь есть монарх. И одна из моих любимых на самом деле, это то, что там был Санта-Клаус, и там была миссис Клаус, а теперь есть МХ. Клаус. Похоже, что имя этого персонажа буквально в Юникоде MX Клаус, так что я чувствую, что это что-то вроде официального закрепления гендерной небинарности во всем мире. Не всем это понравилось. Нью-Йорк Пост это не понравилось, как будто мы режемся на что-то вроде войн смайликов. Так что немного статистики по смайликам для вас. Это очень увлекательно. Это что-то вроде общего распределения. Безусловно, единственный эмодзи, который вы используете чаще всего это лицо со слезами радости, около 10% всех отправленных эмодзи — это один персонаж. А номер два — сердце, красное сердце, а затем оно как бы опускается. Так что есть частота использования эмодзи. Это делается на порядок больше. Таким образом, 1 равно 1 вторая от а 2. 2 равно 1 вторая от 1, так что да-да, это действительно интересно. Это очень-очень крутой спад после первой пары. На случай, если вы когда-нибудь захотите перейти на веб-сайт с эмодзи в Юникоде, вы тоже сможете увидеть все частотные характеристики. Так что я думаю, что это действительно забавно. Так что, по сути, если это зеленый цвет, то в период с 2019 по 2021 год его использование увеличилось. А если красный цвет, то он снизился. И поэтому умоляющее лицо, которое является относительно новым смайликом, просто взлетело в чартах. И в то время как на самом деле похожее на смайлик лицо с глазами-сердечками на самом деле немного скользит, что интересно. Поэтому мы просто закрыли наше предложение по эмодзи примерно на 2022 год. Это были поломки. Люди любят отправлять смайлики, а также еду и напитки, животных и природу. Я имею в виду, что это очень привлекательные цвета. Так каково же будущее смайликов? Я скажу вам, потому что у нас только что была встреча две недели назад, так что теперь я могу публично говорить об этом. Так исторически сложилось, что возникла целая идея, будто никогда не хочет быть в мире подобных глифов кодирования для подобных устройств повсюду. Когда я начала это делать, возникло много споров, потому что в основном Аникадэ использовался для того, чтобы взять существующий язык. Это можно было сделать, вы знаете, а затем просто взять его и оцифровать. Он взял существующие языки и просто оцифровал их. А потом, когда это как бы попало в мир, эмодзи. Внезапно это похоже на то, как если бы решить, что заслуживает того, чтобы быть похожим на эмодзи, решило быть оцифрованным. Мы пытаемся выйти из этого, и со временем у них появляется предложение или что-то вроде. О, может быть, нам стоит придумать способ отправлять фотографии туда и обратно, где у вас фиксированная картинка, и вам нравится использовать. Хэш, чтобы мы посмотрели на картинку, а потом пошли куда-нибудь поискать. Это прошло не очень хорошо. Тогда на самом деле было действительно интересное предложение, которое мне вроде как понравилось, но не очень хорошо. А именно использование так называемого идентификатора очереди, который есть в мире Википедии. Таким образом, в мире Википедии все элементы имеют номера в Википедии на разных языках. Итак, Обама, человек, земля, у них будет идентификационный номер, чтобы страницы на английском языке, страницы на немецком и страницы на китайском языках знали, что они указывают на одно и то же. Итак, вопрос. Поэтому возникла одна идея, например, почему бы нам не использовать систему нумерации, чтобы мы могли использовать, например, Эйфелеву башню и видеть номер, а затем говорить. Люди знают, что вы пытаетесь сказать Эйфелева башня. Это прошло не очень хорошо. Так что оба этих предложения пока кажутся мертвыми. И это очень плохо, потому что вы увидите, что происходит. Так что же будет в 2022 году? Итак, это эмодзи. Я действительно думала, что они уже будут на ваших телефонах. Потому что сейчас середина ноября. Они обычно обновляются в начале ноября. Так что еще три сердечка. Люди любят сердечки. Крыло, черный дрозд, гусь, птицы тоже, фиолетовые цветы, медуза, осел с мордой лося. Осел немного опоздал на выборы, имбирь, горошек, беспроводная связь, ханда, дрожащее лицо, складные веера. Это было интересно, потому что, когда люди впервые предложили это, они предложили это как электрический вентилятор, а это не так. Кто знает, как будут выглядеть электрические вентиляторы через сто лет. Потому что дело в том, что один раз эмодзи — это всегда эмодзи. Они никогда не уходят на пенсию. Поэтому они всегда ищут вещи, которые имеют длительный визуальный срок службы, дискеты на самом деле этого не делают. Поэтому всегда говорят, нам не нужна еще одна дискета. И потом выбор прически — это интересно. И так была целая дискуссия о том, как передать афроафриканские волосы, как предполагается, для этого нужны Волосы, которые они ввели пару лет назад, и большинство продавцов на самом деле делают это в каком-то африканском стиле, за исключением Apple. Так что жалоб много. Но выбор прически был довольно интересным способом. Это означает и расческу, и в то же время имеет своего рода интересную историческую коннотацию, и она существует уже около 2,00 лет. Пара музыкальных вещей маракаса и флейта. После 2022 года одна из вещей, которая умрет: О, я могу вернуться назад! Нет, я не могу. Ну что же, мы собираемся отправить семейные Модзи на пенсию. Они прошли не так уж хорошо. И их было так много. Это комбинаторно, если бы у вас было все что угодно, во всех расах, во всех расах. Все потому, что вы хотели иметь оттенки кожи. Потому что вы не хотели подразумевать, что семьи могут быть только одной расы. Это было такое тяжелое испытание. По сути, мы все такие. Никто ими не пользуется, а их так много. И похоже, что шрифты, такие как с точки зрения загрузки, слишком большие. Поэтому они просто собираются превратить их всех в маленькие, как у людей, набирающих символы в ванной комнате. Так что я думаю, что они исчезнут. Что на самом деле действительно интересно в семейных эмодзи, так это то, что у них была семья Гейв. Когда они представили семейные эмодзи, у них были эмодзи семьи Гейв. И российское правительство взбесилось. И на самом деле, если вы загуглите это в 2015 году, вы увидите кучу статей о том, что российское правительство считает использование этого эмодзи пропагандой гомосексуалистов. И были большие дебаты о том, собирались ли они запретить устройство Apple. И поэтому вы можете увидеть много репортажей в средствах массовой информации того времени. Но я подумала, что это действительно интересно, как может расстроиться национальное правительство из-за маленьких картинок на вашем телефоне. Еще одна вещь, которая стоит на повестке дня пару недель назад. Это направленность с точки зрения эмодзи. Как вы знаете, большинство эмодзи просто переворачиваются в ту или иную сторону. И причина, по которой это важно, заключается в том, что не все языки работают в одном направлении. Так, например, арабский. Мы привыкли писать слева-направо, но многие языки идут справа-налево. Это как бы меняет значение эмодзи. Например, справа-налево я часто отправляю это своим друзьям, когда собираюсь лететь из района залива в Нью-Йорк. Однако, если вы сделаете это слева направо, то это будет выглядеть именно так. Так что похоже, что вы находитесь в районе залива, но самолет все равно летит вот так вверх и вправо. А теперь похоже, что вы летите из Нью-Йорка в район залива. В другом месте, я думаю, о, это девочка, и она очень быстро бегает. Верно. В нашем мире это справа налево, подождите слева направо, извините. Извините, это должно было быть слева направо. А здесь это было бы похоже на то, что она сзади, как загрязнение окружающей среды или что-то в этом роде. Извините за. Итак, пример, это на самом деле есть в предложении. Как в одном случае, если повернуть направо или налево, вы убегаете от вереницы машин. А в другом это предупреждение, чтобы вы не бежали за автомобильными парами. Поэтому они пытаются выяснить, как нам отразить кучу эмодзи. Но главное, о чем я думаю, я не знаю, когда это произойдет, я действительно надеюсь, что это произойдет. Это попытка придумать систему, которая поддерживает маленькие стикеры в строке, которым не нужен Юникод. Это похоже на Slack или на Twitch. Вы можете вставлять маленькие картинки в строку, и все поставщики должны собраться вместе и договориться о стандартном способе сделать это. Они бы до этого еще не додумались, но это своего рода один из способов, которым Аникаде как будто хочет отказаться от того, чтобы на самом деле быть глобальным регулятором для маленьких красочных глифов. И поэтому, если вам когда-нибудь понадобится связаться со мной в моем мире эмодзи, вы можете найти меня Дженни jennysobakaemogination.org. Там будет. На самом деле, я думаю, пройдет некоторое время, прежде чем мы увидим появление эмодзи следующего поколения. Раньше каждый год они получали новые кодовые точки. Это может быть немного меньше, чем каждый год сейчас, так как они работают над такими вещами, как направленность с течением времени. Если у кого-то есть вопросы, вы можете задавать их. Вы можете найти меня позже. Я думаю, мне кажется, что прямо сейчас должен быть какой-то шум по поводу того, может быть, микрофонов, а может быть и нет. Но, может быть, я просто закончила. И если у вас есть вопросы, или если Дэвид рядом, я счастлива. Я рада ответить на любые вопросы, которые возникают у людей. Да. Привет! Да. Мне было интересно, что вы думаете о фильме с Эмодзи. Дженнифер 8 лет. Итак, вопрос в том, что я думаю о фильме с Эмодзи. Вы говорите о фильме Sony Animated One? Да. Я думаю, что это лучше, чем 6% на и рейтинг на Rotten Tomatoes заставил бы вас поверить. Так что это моя единственная мысль. И моя следующая мысль заключается в том, что это была срочная работа с точки зрения анимации. Это заняло около 18 месяцев, в то время как типичный анимационный фильм занимает 4 года. Поэтому в свободное время я также снимаю фильмы и документальные фильмы. Итак, одна вещь, которую важно знать о фильмах и анимационных фильмах, и это очень важно. Они отнимают очень много времени, но вы всегда можете это исправить потому что вы ничего не снимали. И очень хороший пример этого. Я предполагаю, что вы, ребята, видели Фрозен. Если вы еще не видели, вы кажетесь в том возрасте, когда должны были бы увидеть Фрозен. Я не понимаю, насколько огромное это явление и почему оно было таким огромным. Но на самом деле они сделали оригинальную версию Фрозен и это. Так что я не знаю, знакомы ли вы, ребята, со Снежной Королевой, но она такая супер мрачная, невеселая, немного злая и не та, кого вы хотите оставить позади как персонажа. Так что они на самом деле сделали что-то вроде грубого среза замороженного. И они вышли из этого с тем, что это просто раскадровка. А они такие, это нехорошо. И они убили это. Поэтому они сказали, мы не можем так поступить. А затем начали более или менее заново с нуля, начав с песни. Отпустите это, которое на самом деле написано ребенком из моей начальной школы Бобби Лопесом или в соавторстве с Бобби Лопесом. Я тоже. На самом деле забавный факт. Я тоже ездила на школьном автобусе с Лин Мануэлем Мирандой. Так что я была четвероклассницей, когда он был похож на воспитателя детского сада. Так что у нас была очень музыкальная начальная школа в Нью-Йорке. Но дело в том, что они могли это исправить, потому что у них было достаточно времени и денег. Не то что в фильмах, где стреляют в людей, исправить гораздо сложнее. У вас есть отснятый материал, и вы можете сделать небольшие снимки, но вы не можете это исправить. Так что, по сути, то, что произошло в том случае, я думаю, прошло 18 месяцев, и все могло бы стать лучше. И многие фильмы, которые вы смотрите с Pixar, очень. На самом деле они эмоционально похожи на фильм наизнанку. У них просто было больше времени, и так лучше, в отличие от 18 месяцев, которых недостаточно для создания анимационного фильма. Но самое забавное, что это было так странно, потому что они продавали спонсорскую помощь. Это было похоже на «О боже мой», а вот и боты и вредоносные ПО. Давайте зайдем в Dropbox и защитим себя. И поэтому я думаю, что пресса получила много плохих отзывов за подобные вещи. Но с точки зрения ребенка это нормально. Я думаю, что если бы, я не знаю, я бы включила его в свой топ-10 анимационных картинок но это лучше, чем 6% на Rotten Tomatoes. А затем, на самом деле, если вам, ребята, когда-нибудь будет интересно, мы сделали. Я сняла документальный фильм об эмодзи и всех людях, которые помогали создавать эмодзи. И мы сняли вечер кино CS50X, я думаю, во время пандемии. Это было во время пандемии? Все как бы размыто, но это было во время пандемии. Да? Еще вопросы? Да? Привет! Я хотела бы знать, что вы упомянули, что одним из критериев принятия эмодзи является его популярность. Как определить, является ли он? Дженнифер 8. Там, где есть спрос, да. Есть ли спрос? Как вы определяете спрос? Основано ли это на том, есть ли спрос или нет? Дженнифер 8 лет. Да, это очень хороший вопрос. Да, и так, вопрос в одном из предложений. Один из наших критериев принятия эмодзи состоит в том, чтобы попытаться продемонстрировать спрос, а как мы демонстрируем спрос. И я бы сказала, что на самом деле на данном этапе это довольно неуклюже. Итак, главное, что у вас есть в нашем текущем процессе подачи предложений, это то, что у нас есть медианные моди, то есть слон. Итак, слон — это что-то вроде того, что вы ранжировали все моди по популярности, слон находится прямо посередине. И это также концепция, которая универсально понятна на всех языках. Таким образом, Elephant отображается где-то между 500 миллионами и 700 миллионами в результатах поиска Google. Например, если вы ведете его в ноутбук, вы увидите Elephant. 500 миллионов результатов поиска. И, как правило, вы пытаетесь. Когда вы сравниваете свой термин со слоном, вы хотите очень приблизительно увидеть, сколько результатов поиска в Google, результатах поиска в Bing, иногда в Instagram. Так что на самом деле меня действительно удивило то, что кто-то предложил Калибри. Я думаю, что Калибри — хорошее предложение. Но если вы посмотрите на Калибри, то с точки зрения статистики это всего 21 миллион, так что я подумала, что это очень удивительно мало. Так что это один из основных способов, которым мы как бы видим, используется ли он также визуальный, все такое. Да, есть еще вопросы? У нас все хорошо. Мне даже не нужна была вода или что-то в этом роде. О, можно. Я собираюсь сфотографироваться. Я собираюсь сфотографироваться, потому что теперь вы, ребята, на самом деле люди, а не куклы, так что я очень-очень взволнована этим. Так что я пошлю это своим товарищам по блоку и скажу. Я только что читала лекцию в CS50 в театре Сандерса. Дэвид Малан. Моя благодарность, Дженни Ли. Спасибо вам. Да, вы можете оставаться здесь, если хотите. Дайте мне одну секунду. Так что если до сих пор вы думали, что было бы уместно выбросить это на доску. Если до сих пор вы еще не получили стресс шар CS50 на выходе, пожалуйста возьмите один. У нас есть еще несколько дополнительных предметов сбоку. Но я также хотел бы иметь в виду, что еще на неделе 0, с которой мы снова начали. Мы попросили вас классифицировать себя относительно того, относитесь ли вы к тем, кому менее комфортно, к тем, кому более комфортно или к тем, кто находится где-то посередине. Пожалуйста, знайте теперь, что вы официально все какие-то. Пожалуйста, знайте теперь, что вы все официально были в числе тех, кто чувствует себя более комфортно, и действительно, несмотря на то, что впереди еще несколько важных этапов, мы не можем дождаться, чтобы увидеть, чего вы достигнете со своими заключительными проектами. Тем временем, как всегда, это был CS50. бездельник, 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 задница, 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 задница. Мистер Сэндмен, когда я поступила в CS50? Скажу по правде говоря, я думала, что стану настоящим героем кодирования, потому что я так хорошо справилась с PSET 07. Все так быстро набрала обороты. Оказывается, буква ⁇ Сложнее, чем Scratch ⁇ Привет, мир! И до свидания, сон, потому что это CS-50. Задница, 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 Мистер Сэндмин, я так старалась не отставать, посещала секцию и хотела найти репетитора, застряла в точке входа моего компьютера. Сэндмен, наконец-то продвигаюсь вперед. Вместо этого они переключили бы нас на Python. Почему мы тратим пять недель на C, Ведь это CS50. Задница, 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 задница. Мистер Сэндмен, мы выполнили каждое задание. JavaScript SQL C Flask. С каждым языком нашего мы должны были перезагрузиться. Не заставляйте нас начинать с этого финансового набора. Дре. Теперь я возвращаюсь. Мои друзья спросили, сделаю ли я это снова. Я ответила, очевидно, потому что это был CS, больше никаких пи-наборов, потому что это был CSFIF. Бум, бум, <Yoda> бум, 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 Т.